Мощный взрыв прогремел в пятницу у здания шиитской мечети в городе Ад-Дамам в провинции Аш-Шаркия на востоке Саудовской Аравии. По предварительной информации, неизвестные подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Жертвами атаки стали два человека. Неделю назад экстремисты террористической группировки «Исламское государство» устроили подобный теракт в деревне Аль-Кадих, расположенной в этой же провинции. Тогда погибли 20 человек.